Ребята, всем привет! Сейчас будем делать апгрейд Нивы. Возьмем и протянем от стартера минус вот сюда, чтобы напрямую на крышку стартера был минус. Тем самым будет быстрее стартер крутить. Теперь массы уже не будет. Так вот сделал на 14. Очень даже помогло. Вот такой проводок. Проводок обжатый, самодельный. То есть два провода на крышку, два конца на крышку на болты и один сюда на массу. Сейчас вот эти два болта открутим. Так-то он крепится на три болта, но третий болт он нафиг не нужен из опыта. То есть, чтобы было проще стартер снимать, достаточно двух болтов. Вот. Ну все, ребята, открутил два болта. Вот смотрите, третий, вот он даже ржавый. Потому что, ну, смысла нет ставить третий болт, к нему не подобраться. А стартер держится. Ну да ладно. Открутил вот этот плюсовой с фишки провод. В общем, сюда сейчас два конца кинем. Массу. Чтобы прямо масса с аккумулятора шла на стартер. Чтобы не было потерь. Так, один. И второй. Как будто мы едем в Париж. В Париж? Да. Хорошо, едьте в Париж. А мы поедем на рыбалку. Ну все, ребята, сделал как хотел. Сейчас попробуем завести, испытать разницу. Услышим разницу или нет. Блин, разница велика, ребята. Гораздо быстрее стало крутить. Ну быстрее, да. Ну все, ребята, всем рекомендую. Помогает, даже заметна разница, когда вращается стартер. Да. Слегка так быстрее стал, конечно. Все, пока. Всем пока. Маленькая ошибочка, ребята, надо. Так как у меня масса, крутить надо сюда. Иначе будет масса не выключена. Да, получается, надо сразу сюда крутить. Вот сейчас к этому болту приверну. Чтобы масса работала. Ну все, друзья, всем пока.